Вас вітає служба інформації Телерадо компанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым випуску. Ніхто не забитий. Добруш долучився до патріотичної акції у славу агульної перемоги. «Мама, я тебе люблю». Гомельські підлітки незвичайно повіншували маті з надходячим святом. Спорт як наука. Факультет фізичної культури ГДУ ім. Франциска Скорини означає 70-годовий юбілей. А зараз об гэтым іншим більш подробязна. Районный этап акции «У славу агульной перемоги» – ушанование лепших жыхароў города. Добруш сёння означает 76-ю годовину вызволения от немецко-фашистских захопников. На урашистостях побывал наш корреспондент Максим Савин. Вызволение Добрушского района у 1943-м началось с полночи. Первый населенный пункт, який заняли бойцы 1-го Бранского фронта, вёска Ачоса Рудня Демьяновского сельсовета. 10-го Кастрычника вызволили Добруш, а 12-го – у весь район. У день 76-й годовины вызволения Добруш долучился до патриотичной акции «У славу агульной перемоги». Подчас митингу на мемориальном комплексе земля, собранная у 40 местах пахавання, узмешана у агульную капсулу. Память воинов, которые отдали жить за вызволение краины, ушановали хвилиной молчания. Акция пройдет по всей краине, а завершить свое шествие у день святкования 75-годия перемоги. Капсулу из усих регионов сместят у крипту храма помника у гонору всех святых у столицы. Будет там и земля с Добрушского краю. Это здорово, когда есть такие акции, когда ребята из местных школ узнают о местах захоронения еще раз, кто там захоронен, сколько воинов в этих братских захоронениях. Почему именно на этом месте находится захоронение? Какие сражения проходили в этом месте? Либо это госпиталь здесь находился. Наша капсула, капсула Добрушского района, где собрана земля со всех братских могил, большая честь для наших жителей, будет размещена в крипте храма памяти всех святых в городе Минске. Подчас войны на фронтах и у партизанской борьбе загинули больше, как 10 тысяч мясцовых уродженцев. На территории района у братских могилах похованы каля 2500 советских воинов и мирных жихаров. С каждым годом прозвищев на обелисках становится больше. Пошуковые работы не спыняются. 10-го Кастрычника у день вызволения Добруша были перезахованы останки еще 5 червоноармейцев. 3 человека красноармейцы были похоронены в подзахоронены в братской могиле деревни Демьянки, где они были эксгумированы, то есть в районе этой деревни. Вот. И один человек в братской могиле Ляцы и в агрократкой Жгуни. Завершился урочистый митинг показальным выступлением бойцов 103-й отдельной поветренно-десантной бригады. Протягнулись урочистости на центральной площади Добруша. Тут ушановали лепших жыхароў города у разных номинациях. У самый центр подей трапили романы Катярына Крывые. День их веселья супал с городским святом. Яны отрымали узнагороду у номинации «Молодожены». Во-первых, мы были в шоке, если честно, когда нам позвонили, сказали, что день города так совпало. Ну, мы обрадовались с одной стороны, с другой стороны были какие-то переживания у нас. Мы счастливы, хорошо, спасибо райисполкому нашему, что нас поздравили. Добрушанином года назвали боксера Владислава Смягликова. У 2019 года спортсмен стал серебряным призером других европейских гульнев у Минску. Прославляю наш маленький город. То есть, про него слышат, знают. То есть, это приятно. То есть, и то, что меня куда-то приглашают на какие-то события, это уже большой плюс для меня. Завершатся урочистости у вечера концертом и дискотекой на центральной площади. Максим Савин, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель» с Добруша. Протягиваем выпуск. 10 телефонных зворотов и 10 человек, которые звернулись особисто. Помощник президента Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко напередодні провел у Брагине прямую телефонную линию и прием громадян. Об огученных проблемах, выказанных пропановах и принятых решениях материал наших корреспондентов. Первый звонок на прямую телефонную линию поступил еще за несколько хвилин до ее официального початку. Жихарку Гомеля цікавить махчимость будовництва новой школы у микрорайоне Хутор. Юрий Шулейко каже, что это питание находится на контроле у керавництва в области. У наступном годе почнется проектование объекта. У вуголе сярод тих, кто звернулся до помощника президента, жихары разных районов – Светлогорского, Ельского, Лоевского и непосредственно Брагинского. Нехто не задоволены ценами у крамах, нехто никак не может вырешить земельную спрешку с соседом.
Святлана Ярмоленко прийшла до помощника президента не со скаргой. На ее думку, необходимо внести изменения у постанову Совета министров номер 1842. Этот документ предугледжує и льготы для специалистов, которые работают на забрудженных территориях. Але широкие специальности этим документом не уличены. Отримливается, что люди работают побач, а льготы имеют разные. По постановлению 1842 там предусмотрено контракт на 5 лет и выплата 200 базовых величин. Вот в чем состоит и вопрос, что не все профессии включены в это постановление для этой выплаты. Но люди приезжают в одну и ту же зону, то есть 15 кюри и выше, или 10-15 кюри. Отдел образования подходит, ЦРБ подходит. А вот именно, что остались такие неучтенные организации, как лесхоз, как строительные организации, как мелиорация, даже и сельское хозяйство, и те не все профессии были. Юрий Шулейко эту пропанову подтримливает. Урешті разговоры идут об замасовании специалистов и вырешении кадровой проблемы, якая на забруженных территориях вельми острая. Они нужны сегодня в чернобыльских районах, и сюда нужно привлекать молодых специалистов для того, чтобы в будущем обеспечивать жизнедеятельность и необходимые социальные вопросы, которые необходимы, я думаю, не только для одного Брагинского района, а те районы, которые сегодня, к сожалению, численность населения и активность его гаснет. Поэтому мы будем работать с правительством над этим вопросом. Подтримливая Юрий Шулейко и просьбу, с якой до его звертаются жихары вёски Рудня-Журавлёва. Некольки годов тому яны выступили за инициативой увековечить память земляков, которые змагались на фронтах Великой Отечественной войны. 62 человек загинувших у боях и 15, которые вернулись до дому. Частку необходимых сродков собрали сами, частку выдатков у мясовый бюджет. У вынику в 2018 году у вёсцы усталявали поклонный крыш. Летось 7 плит с именами загинувших. Для того, как мемориал набыл завершенный выгляд, тут засталося побудовать каплицу. Але для этого необходимо найти спонсоров. Все гордятся этим, да. Мы все гордимся этим, что восстановили здесь эти плиты память о погибших дедов, отцов, бабушек. Это вечная память. Именно я горжусь этим. Мы здесь восстанавливали, лично я помогал. Ну все, население наше помогало, деревня. Там приезжие помогали, спасибо им, помогали. Сельский совет нам хорошо помог. Прямая телефонная линия протягивалась 1 годину, и еще 2 годины проходил особистый прием громадян. Для того, как принять кончатковые решения, некоторые огученные питания необходимо выучить додатково. По інших решений принимаются одразу. Сярод бадай наибольше распаўсюджаных питаний – ремонт дорог и добраупорядкование населенных пунктов. С отповедной просьбой звернулося одразу несколько человек. Есть вопросы, затянувшиеся опять-таки капитальных ремонтов дворовых территорий. Начали, тянем, то денег не хватает или что. Чем дольше работаем, тем дороже. Это. Я думаю, что тоже вопрос благоустройства одного из дворовых территорий в Комарине будет решен до конца Нового года. Вот такие обещания, и непосредственно сегодня мы на приеме уже часть этих вопросов решили. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Брагина. До інших тем. У Гомеля отбылось городское свято, просвященное Дню работников культуры. На урашистое мероприемство у ГЦК запросили супрацовников ветеранов Галины, уладальников званий «Народный» и «Заслуженный». Их работа – организовывать святы и фестивали, сдымать киностужки и працавать у библиотеках. Але у профессийное свято спевают и танцуют для их. Культура – это подмурок, на яким развивается нация и ее творческий потенциал. Миссия работников сферы культуры – заховать и примножить духовные каштовности и традиции белорусов. Сёлета менавіта яны створали для гамельчан и гостей города святочную атмосферу подчас Дня Перамоги, Европейских гульнев, Дня Незалежности и Свята города. Работник культуры – это не профессия, это призвание. И оно, наверное, с молоком матери впитывается в молодых людей, которые со временем и становятся работником. Хочу сказать, что в основном их работа связана и с выходными, и с праздничными днями. То есть, когда у наших людей отдых, то работники культуры всегда трудятся, создают настроение. Ну и, конечно, их неоценимый вклад. Наследие вот нашего государства оценить невозможно. У якости узнагороды за самоотданную працу и верность профессии, гоноровые грамоты и подяки. Керавництво города и в области, депутаты и актив профсоюзов означили 37 работников сферы культуры Гомеля и 6 творческих коллективов. «Мама, я тебе люблю». Танцевальный флешмоб с нагоды надыходящего дня мати прошел на набережной раки Сож.
Увагу гостей Центрального парку притягнула незвычайная з'ява. Побач со скульптурной композицией лодошнику полдень рабочего дня, як николи, шматлюдно. Тут собрались около 200 человек. Организатором флешмоба выступил Гомельский областный дом наученцев и работника установ профессийной эдукации. На подрыхтовку дарыши спотребился всего один день. Удельники выконали несколько танцевальных номеров, после выстроились разом у форме сердца, а по завершении подарили прохожим поветренные шары с веншованиями для мати. С очень радостными чувствами хочется поздравить, во-первых, в этот светлый праздник всех мам, потому что это самые близкие, родные люди для нас, для каждого. И, в принципе, хочется понести посыл и любовь от сердца для всех матерей. Хотим признаться нашим мамам в том, что мы их любим, мы помним этот и чтим праздник. Мы решили накануне собраться, понимаем, что День матери будет активно, да, в городе проводиться именно 14-го, поэтому мы решили пятницу, когда ребята могут. Привлекаем всех ребят, это профессионально-техническое образование, среднее специальное образование города Гомеля. Приглашали абсолютно все учреждения в рамках молодежного проекта в формате, который мы в этом году раскручиваем как можно больше и масштабно. У понеделок 14 кастрычника у Международный день мати жанчын чакают приемные сюрпризы у выгляде ранішней кавы и сувениров от Держаутоинспекции. Акцию под назвой «Доброй раницы мамы» супрацовники ДАИ проведут совместно с работниками одного из городских кафе каля парку фестивального. Старт у 9 годин раницы. Акрамя задачи подарить добрый настрой аутоледи, акция так само закликана у черговый раз нагадать про необходимость неухильного выполнения правил дорожного руху. И у протяг темы. Выписка з родильного дома под гуки оркестра. 14 кастрычника Гомельская организация «Червоного крыжа» проведи акцию «Усё починается с мамы». У гэты день у городской больницы номер 2 сустракать жанчын с новонароженным будут не только родные и близкие. С днем мамы их поменшуют волонтеры «Червоного крыжа» и урушат сувениры. Музычный подарунок подрыхтовали артисты Гомельского оркестра. 70 год. Факультет фізічної культури і спорту Гомельського державного університету ім'я Франциска Скорини означив юбілей. Повіншувати супрацовників прийшли випускники, були викладчики і ветерани факультета. Наші кореспонденти долучилися до віншуванняў. Факультету фізічної культури ГДУ належить центральне місце у підрихтовці кваліфікованих спеціалістів для спортивної галіни регіону. За 70 років його скончили більш за 7 тисяч чоловік. Випускники – державні діячі, науковці, відомі спортсмени, чемпіони і призери Олімпійських гульняв, переможці чемпіонатів світу і Європи, заслужені тренери Білорусі. Всі наші спортсмени – люди дисципліновані. Кращих спортсменів ми переводимо на індивідуальний план навчання. Їм вдається совміщати досягнення в спорте, тренировки и учебу. Можно привести такой пример. Вот буквально недавно Ольга Силкина, магистрант факультета физической культуры, стала чемпионкой мира по современному пятиборью. В то же время она блестяще защитила магистерскую диссертацию и получила искомую степень магистра педагогических наук. Ну а на факультете работает сложенный коллектив, хорошая команда, команда специалистов. Серьезных. Поэтому все у нас получается. Ветераны факультета віншували один одного, фотографовалися на память и вспоминали истории того часу, когда факультет только з'явився. Серед гоноровых гостей свята Борис Зайцев, який займав посаду декана факультета фізичної культури с 1973 года на протягу амаль 30 годов. Вы только вдумайте, 20 лет проработать декана факультета. Вот все мои преподаватели, которые здесь, 99, только можно 1-2 человека, Иван Трофимович еще, которые закончили факультет физической культуры. Все остальные – база. Это факультет физического воспитания. Здесь преподаватели, управление спорта и туризма, горспорткомитет, школы, высшее спортивное мастерство и так далее. Все выпуски наши. Понимаете, потому что когда ты отдаешь себя этому и любишь себя в этом, любишь, вот если ты не любишь, ничего не получится. Но прежде всего надо любить себя. Если любишь себя, ты будешь любить профессию, ты будешь отдаваться с полной отдачей себе. Серед выпускников факультета знакомитые спортсмены. Олимпийские чемпионы Леонид Гейштар, Игорь Макаров, Алла Цупер, Алена Рудковская, а так само призеры гульня Сергей Смаль, Андрей Кравченко, Мария Мамашук. Те, кому дозволил график, приняли запрошение на урочистость у Альма-Матер. Очень много наших студентов разных курсов принимали участие в качестве волонтеров на вторых европейских играх, зарекомендовали себя там очень хорошо.
это студенты со знанием английского языка, коммуникабельные, наладили очень хорошие отношения. Мы приглашаем в следующем году к нам на факультет поступать всех заинтересованных, тех, кто любит спорт, тех, кто любит спорт, тех, кто дружен с физкультурой, тех, кто ведет активный образ жизни. Мы всегда рады видеть нас в стенах нашего университета, в стенах нашего факультета. Мы рады вас видеть. Приходите к нам и будем отмечать в дальнейшем 80 и 90 лет нашему факультету. У этом годе факультет вернулся и махчимость рыхтовать тренеров по футболе и легкой атлетице. А кроме этого, при поддержке факультета працует науково-доследчая лаборатория олимпийских видов спорта. Одиная у нашей краине такого формату. Это великие кроки наперед. И супрацовники факультета спыняться не плануют. Вероника Гомзюкова, Ганна Каральчук и Гармарищенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі пройшло святочное мероприемство, присвященное дню заснования белорусской молодежной громадской организации «Вырятувальников пожарных». Коллектив пополнился новыми удельниками, а самые активные у его деятельности отримали подарунки. Наши корреспонденты завітали на свято. У городском центре культуры собрались лепшие юные вырятувальники Гомельщины. Этих юнаков и девчат супрацовники МНС лежат своими помощниками. Они принимают самый активный удел у профилактичных акциях и навучания одноходков правилам безопасности. К нам пришла руководительница Леся Александровна и позвала нас на слет. Это был слет, республиканский слет юных спасателей пожарных. Я занималась там медициной, и это, конечно же, непередаваемые эмоции, когда ты понимаешь, что у тебя что-то получается. Особенно, когда ты идешь на сам конкурс, это волнительно, но очень интересно и захватывающе. Первый раз почувствовала слезы радости, когда давали место, когда награждали. Много с детьми знакомилась, с другими. В многих областях появились новые друзья. Это, ну, счастье, радость большое. Много эмоций, такой эмоции хорошие очень. Большую пропаганду проводила, помогала познавать новое. Очень много детей в моей школе подготовлены мною когда-то. Занимали места призовые. В этом году я опять же готовила команду на областной, тоже были бронза. На школе безопасности девочка у нас проходила. То есть, ну, я сама готовлю, теоретические знания передаю, но спасать пока что не приходилось. Подчас урочистого схода у шерохи белорусской молодежной громадской организации «Вырятувальников пожарных» приняли 11 девчат и хлопцев. А самые активные у ее житті подлетки отримали узнагороды. Отзначены были так само их батьки и наставники, которые унесли уклад у формирование культуры безопасности життєдіяльності подрастающего поколения. До речи, начальник Гомельского областного управления МНС и сам у юнацтве был удельником подобной молодежной организации пожарных. Было у нас тогда белорусское добровольное пожарное общество, сейчас оно то так, точно так же развивается. И, конечно же, мы ходили на выставки, но сейчас это очень массово, практически в каждой школе есть. Поэтому, наверное, у наших современных детей есть то, чего не было у нас. Нашей молодежи я хочу, конечно же, посоветовать о том, чтобы все, что залаживается сейчас у них в школе, шло с ними по жизни и на протяжении всей жизни. Для гостей свята так само працавали забавляльные, эдукационные и интерактивные пляцовки. Каждый желающий мог проверить ведание, правила безопасности и деяния у надзвичайной ситуации. Вероника Гамзюкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Новый театральный сезон и новые гости. С гастролями у Гомеля выступают артисты из Молдовы, коллектив драматичного театра «З улицы Руж», имя Юрия Хармелина. А знакомство с гомельчанами яны начали с моноспектакля «Кветки для Элджернона» по поводу романа американского письменника Дэниела Киза. Для маленьких глядачов на сцене молодежного театра представили казку «Невожик» по пьесе Ганы Багачевой. Яркая, веселая, головная, вельми мудрая история учит тому, что треба завсёды заставаться самим собой. Сегодня у программы пластичная драма об Эдит Пиаф «Падам-падам». Это пронизливый монолог знакомитой спявашки у окружении маклевого хору. У им у всех, кто играл важную роль у жизни артистки. Державный молодежный драм-театр «З улицы Руж» был заснован в 1978 году. И с того часу его репертуар пополнила больше за 200 постановок. «Цветы для Элджернона» объездил полсвета, точно так же, как и «Падам-падам». Это достаточно старый спектакль «Падам-падам». Ему уже лет 15. Он объездил и в том числе и Беларусь по всем фестивалям, всю Россию объездил, практически весь мир. Эти и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи в эфире.